новогодние праздничные дни день рождения отметили 3 января Федор Дятловский, почетный гражданин Верхнеуральского района 2020 года. 6 января Сергей Ткачев, глава Кирсинского сельского поселения. 11 января Артем Артемьев, депутат районного собрания. Поздравляем вас с днем рождения! Пусть всегда будут рядом близкие друзья и те, с кем вам захочется поделиться радостью. Здоровья и долгих лет жизни вам! Больше позитива, ярких впечатлений и внимания. Пусть все сложится так, как вами и было задумано. С уважением, коллектив ВТВ.